Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что после вступления Финляндии в НАТО ядерное оружие на ее территории размещено не будет. Финский министр отметил, что хотя НАТО является альянсом, располагающим ядерным оружием, оно находится под контролем США, которые не стремятся распространять его в других странах. Между тем, шведский премьер-министр Ульф Кристерсон заявил, что Турция предъявляет Швеции невозможные для выполнения условия для ратификации заявки в НАТО. Выступая на конференции «Народ и оборона», Ульф Кристерсон сказал, что Турция хочет того, чего Швеция не может и не хочет им дать. Теперь решение за Турцией, заявил шведский премьер. Напомним, что Швеция и Финляндия 18 мая подали заявки на вступление в НАТО, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде состоялись переговоры президентов Турции, Финляндии, премьер-министра Швеции и генсека Альянса. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как заявил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.